как выбрать для себя идеальную подушку и при этом не разочароваться. Как выбрать для себя правильную подушку и на какие характеристики нужно обратить внимание, чтобы не разочароваться на третью-пятую ночь и не пожалеть о покупке. В первую очередь нужно обратить внимание на размеры. Есть подушки совсем для малышей, есть подушки для детей постарше. Подушки разные, и мы с вами разные, поэтому нам нужны разные высоты подушки, чтобы сон был комфортным. И даже разница буквально в 1 сантиметр влияет на то, проснемся ли мы в прекрасном настроении, без болевых ощущений, или будем с утра чувствовать себя как робот, и шея у нас не будет поворачиваться. Высота и форма подушки – это анатомия, а ощущение от подушки определяет материал, из которого она изготовлена. Стандартные наполнители – пух-перо или синтетические, или искусственные заменители. Аналоги натуральных материалов подушки, как правило, классической формы. Ярко выраженной анатомической формы у них нет. Такие подушки прежде всего подойдут любителям классики и тем, кто хочет сэкономить. Но качество сна, возможно, вас не будет вполне устраивать, когда у вас такая подушка. Отличный вариант – это подушка с выдержанным эффектом памяти. Видно, что подушка как бы запоминает форму и оказывает меньшее противодавление. Жесткость материала также зависит от температуры тела. Пена делается мягче, соответственно, вы все больше можете утопать в подушке. Она будет больше под вас подстраиваться, принимая форму. Для чего нужна гелевая вставка? Она охлаждает, отводит лишнее тепло, особенно в первые минуты, как вы прилегли на подушку. В жаркий день такая подушка помогает быстрее заснуть. Если вы, допустим, крупный человек, и вам нужна большая поддержка, и вам не нравится эффект памяти и эффект утопания, то для вас подойдет классическая латексная подушка, то есть пена с большим содержанием латекса. Такая подушка будет плотная, упругая и одновременно мягкая. И за счет того, что она плотная, она будет обладать хорошей поддержкой. Еще есть современное решение – это подушка комбинированная, внутри которой разные типы материалов. У нее два слоя – очень мягкой пены для большего комфорта. Средний слой – это слой упругого латекса, как раз для создания сердцевины, для общей поддержки подушки. Если не можете определиться с высотой подушки, или вы покупаете подушку не себе, или думаете, что у вас могут измениться предпочтения, то эту подушку можно отрегулировать как по высоте, так и по степени упругости, просто убирая слои и комбинируя их. Все подушки, сделанные на основе пенных материалов, помещаются в чехол из тянущейся ткани, и чехол можно в любой момент снять и постирать. Итак, важнейший критерий при выборе подушки – размеры высоты и ее форма, которые определяют ее анатомичность.